По традиции, в пятницу мы рассказываем о необычных увлечениях и людях нашего региона. Сегодня мои коллеги подготовили сюжет об одном предпринимателе Уральска, который открыл при своем хозяйстве лагерь для обучения детей верховой езде. Сейчас здесь осваивают азы конного спорта около 20 ребят от 9 лет и старше. Перед тем, как оседлать скакуна, ребята проходят теоретические курсы. На лекциях им рассказывают историю, обычаи и традиции казахского народа, особенности верховой езды. Вот уже 6 дней школу посещает Нуркабиев. Мальчику всего 12 лет, а он уже уверенно сидит в седле. Я приехал в этот лагерь из Таскалинского района. Мне всегда нравились лошади. Наши соседи в поселке иногда разрешают нам кататься верхом. Здесь я хочу научиться навыкам верховой езды. В будущем мечтаю играть профессионально в кокпарк. Лагерь был открыт по инициативе предпринимателя Уральска Асылбека Ищанова. Сейчас здесь проходит обучение порядка 20 ребят от 9 лет и старше. Главная цель – это рассказать и показать, что у казахского народа есть множество национальных конных игр, которые являются неотъемлемой частью и достоянием культуры. Ведь конь был не только верным помощником, но и гордостью джигита. Прежде чем научить ребенка ездить верхом на лошади, мы рассказываем им об особенностях скакуна. Как правильно кормить, ухаживать за лошадью. После этого показываем и объясняем, как правильно сидеть в седле. Только после этого информируем о правилах национальных конных видах спорта. Например, кокпар, аудараспак, тингиалу и других. Обучение верховой езде также проводится профессионалами своего дела. Прямо сейчас здесь ведется тренировочный процесс, который ведет специальный наездник из областной спортивной школы конного спорта. Обучает он детей здесь казахскому национальному виду спорта – аударспак. Раньше в старину было невозможно представить казахского джигита без коня. Казахский народ с раннего детства сажал мальчика в седло. Сейчас все изменилось. Мальчикам обучаем верховой езде с 8-9 лет. А принимают участие в скачках и других национальных играх уже с 14. Развитие традиционных видов спорта, особенно с участием таких великолепных животных, как лошади, необходимо для сохранения культурного наследия. Но для любого начинания нужны ресурсы и поддержка. На сегодняшний день в области наблюдается высокий интерес как у взрослых, так и у детей к национальным конным играм. Так, Асылбек Ищанов планирует в будущем расширить лагерь и открыть постоянный центр по конным видам спорта. Альбина Кумургалиева, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.